Привет, рыбаки! Привет! Сегодня со мной рыбачит Валдес. Вчера у нас произошел спор. Вчера мы решили поехать на озеро. Оно довольно большое. Выбрали мелководье в заливе и решили там порыбачить. Валдес говорит: давай с донной удочкой. Он ведь любит такую рыбалку. А я больше любитель поплавков. Говорю: нет-нет, с поплавком будет лучше. Еще слишком холодно. Лучше тонкие лески, мелкие поплавки, недалеко от берега, где выплывает погреться и лещ, и карась. В этом озере есть и карп, водится тут и лень. И мы посмотрим, кто приплывет на мелководье. Валдес будет рыбачить чуть издалека, с донной удочки. Он все-таки решил взять донную удочку, а я решил порыбачить с поплавком. И сегодня мы тут устроим такие мини-соревнования и посмотрим, кто будет прав. Валдес, который будет рыбачить с донной удочкой издалека, или я, который будет рыбачить с короткой дистанции и с тонкой леской. Приконку решили взять разную. Уж если спорить, то до конца. Я думаю, что у меня поближе вода будет потеплее. И я выбрал приманку с ароматом. Валдес не знаю, он мне не показывал. Вы, зрители, сами увидите, какой он там будет использовать, так называемый шамарляк. Но я пойду приготавливать свою приманку, а Валдес свою. Как всегда, рыбалка начинается с приготовления приманки. Сегодня выбрал массу не слишком большую, около 1,5 килограмма. Как видите, выбрал универсальную приманку, так как в этот залив действительно заплывает разные рыбы. Потому и приманка универсальная. Увлажнять приманку буду запахом для плотвы. Она такая немного шоколадная. Много наливать не буду, так как вода пока еще не особенно теплая. Очень неплохо, так как вода еще не особенно теплая. Очень неплохо, твердо делать не будем, так как глубина, где я рыбачу, метр, 1,20 метра. Ну и немного для цвета добавлю мелких сухарей. У меня сегодня все будет очень просто. Я, как Саурус, не буду добавлять земли, никаких запахов. Запахи буду использовать по ходу рыбалки. Так что буду смешивать только приманку для донной рыбалки на озере и плотву. Использую приманку Тима Элит. Она достаточно высокого качества. С такими смело можно уже рыбачить и на соревнованиях. Достаточно пахнут, очень много в себе имеют всяких добавок. Увлажняю только водой, без всяких запахов. Как и говорил, запахи буду использовать только по ходу рыбалки.
Посмотрю, как среагирует рыба. Придет, не придет. Место для рыбалки выбрал, дистанция около 15 метров и начальная прикормка. Как видите, крепко не сжимаю, чтобы упав, распались и вышел бы такой ковер. Использовать кормушку буду типа пули, чтобы точнее забросить, если немного потусторонний ветер, чтобы не занесло в сторону. Приготовили свои места для рыбалки и объявляю начало соревнований. Вальдес, старт! Ну вот, на приманку сразу среагировала плотва. Сегодня решили стартовать в 9.00, а заканчивать в 13 часов. Рыбачить будем 4 часа. Посмотрим, как нам повезет, сколько рыбы поймаем за эти 4 часа. Сегодня, как вижу, Вальдес, у нас будет много дел с рыбой. Да. Начало. И с клевом действительно слабовато. Клюет плотва очень некультурных размеров. Будем надеяться, что через какое-то время на приманку среагирует и рыба покрупнее. Что-то чутье у меня интересное. Думаю, сегодня легко не будет. Придется вложить много усилий, чтобы поймать кого-нибудь поинтересней. Вот-вот, наконец, первый лещ. Вальдес, как у вас дела? Тишина. У тебя там, Вальдес, рыба, что ли, увеличилась? Условно. Что ж, даже сетка понадобилась. Охо-хо. Тут и сильно прорвался вперед. Какой выбрать поплавок в такой ситуации? Как сегодня я рыбачу, где глубина около метра, максимум до полтора метра. Действительно, не надо выбирать поплавок большой, тяжелый, предназначенный для дальнего броска. Они, по большей степени, предназначены для лета или особенно для дальнего броска рыбачат с большими наживками, такими, как червяк, несколько кукурузов. Рекомендую выбирать вот такие, так называемые карандаши. Может быть и со свинцом внизу. На поплавках чаще всего стоит знак.
5 граммов. Это значит, что сам поплавок весит 5 грамм, а свинца надо ему от 0 до 3 грамм. Это значит, что удаляется лишний вес. И сколько лишнего веса удаляется, столько надо добавить на главную леску. Само собой, не этот же свинец, а молотый. Может быть, и вот такие модели, которые без дополнительного веса. На таких поплавках пишется вес, какой надо добавить к этому поплавку, чтобы он сбалансировался и красиво стоял на воде. Возможен вариант с незаменяемыми молотами. Вот плюс еще такая, как дарт-антенна. Она уточняет бросок. И здесь уже молот не меняется. Он укреплен, и он весит, как тут пишет, поплавок 3 грамма. И можно добавить от 0 до 1,5 граммов, в зависимости от вытащенной трубочки. Чем больше трубочка вытащена, тем больше веса надо добавить. Как знаем, все поплавки Крауса называются Smart из-за этой системы двигающейся трубочки. Вот, вытаскивается и обратно внутрь. И тут отмечено, что можно даже интервалом от 0 до 1,5 грамма ее облегчать или утяжелить при помощи трубочки. Вот несколько заметок. Рыбачим дальше. Попробуем догнать Валдеса. Только сегодня мне уже, наверное, трудно будет его догнать, так как он очень красиво заманил, как говорят рыбаки, поставил отряд лещей у своей кормушки, у своей закормленной зоны и вытаскивает один за другим. Попробую сейчас порыбачить на крупной наживке. Нацепил комбинацию кукурузу с мотылем. И увидим, так как эта плотвушка такая, мне уже очень надоело. И будем надеяться, что заглянет кто-нибудь покрупнее. Хотя бы те самые лещи, рыбы, которые клюют Валдесу. Как видите, он уже один за другим тащит. Значит, на его приманку рыба среагировала эффективней. Не знаю, попробую надеть большую кучу мотыля. 10. Может, какой лещ и соблазнится. Надо же мне как-то догонять Валдеса.
очень тонкий поводок, много путается. Надо будет перевязать. Опа, мужики, есть контакт. Саулюс что-то поймал. Может, какого-то карася? О! Очень странно. Не понимаю, кто. Может быть, большой лим? Дождался своего суженого. Не видишь еще кто? Не видно еще. Щука! Ай, щука! Этот гол не засчитывается. Где тут мой поводок 0.12? Смотри, легально? В губу? В самый край. Чувствую, хотела попасть в плотву. А получила крючок. Видишь, не плотва, а щука. Теоретически, оценивая вес, должен был выиграть. Но практически рыба не засчитывается. До 20 апреля, как вы все знаете, ловля щук запрещена. Если клюнет, надо с ней красиво попрощаться. Ух, ну, радостно. Поводок выдержал. Что странно, что такой маленький крючок, и тот не согнулся. Поводок 0,12 диаметром. Действительно, не новый. Покупал его где-то полтора года назад, отстоял всю зиму, и никаких проблем с ним нет. Выдерживает отлично. Я им доволен. Ну и крючки, рыбачи на мотылях, те же самые, как и рыбачи рыбцов. Весной начинаем с моделью этих крючков. Вот, 14 номер. Как видите, отлично справился со щукой. 2 килограмма. Крючок не согнулся. Даже с места не сдвинулся. Значит, все с ним в порядке. Остроты им вполне хватает. Сражаться с плотвой и прекрасная возможность сделать перерыв и поговорить о лесках. Все-таки приближается сезон открытой воды. И действительно, в Литве все больше рыбаков, которые рыбачат с удочками дальнего броска. И для этого нужна леска. И она должна быть не любая, а тонущая, чтобы, забросив поплавок, леска утонула. Ее не несло волной. Она не сгибалась, не потопляла вам поплавок. И чтобы поплавок долго оставлялся в вашем закормленном месте. Так что обратите внимание, на упаковках должна быть надпись «Match Sinking» – тонущая леска для дальнего броска. Значит, она имеет свойства, которые ее и потопят. Конечно, надо помочь ее потопить. Удочку опускаем в воду и несколько раз прокручиваем рукоятку катушки, и она уходит под воду. И тогда поплавок красиво стоит на одном месте. На него не влияет ни ветер, ни подводное течение. У меня две модели Кралуса. На правой стороне с проверкой в 100 лет и новинка на левой стороне, которая, может быть, когда-нибудь появится в продаже. На этот момент ее пока еще нет.
Время нашего соревнования подошло к концу. И Вальдес. Все, финиш. Ну, конечно, само собой, нет тут что взвешивать. Но все равно, посмотрим, кто сколько поймал. Но Вальдес сегодня был без конкуренции. Пошли, посмотрим на добычу. Но сегодня действительно похвастаться какой-то большой добычей не вышло, так как надеялись поймать карасей и лещей. Но есть как есть. Но все-таки профессионально и способом хорошего приготовления приманки Вальдесу удалось заманить хотя бы вот такие рыбины, похожие на рыбу. Конечно, мои результаты куда хуже. Но конкурс на большую рыбу все-таки выиграл я. Отпускаем рыбу. Как я сегодня хорошо порыбачил. Ничего не смог сделать. Наверное, универсальная наживка. Лещам этого водоема не понравилось. Но есть несколько окуней. Щука. Не мучаем рыбу, отпускаем ее. Спасибо тебе, Вальдес, за соревнование. Признаюсь, сегодня и вправду проиграл. Рыбу чищу я. Нечего чистить, всех отпустили. Так что, уважаемые зрители, экспериментируйте разными способами. Мы попробовали. Вода все-таки еще холодная. Моя сладкая приманка была неудачна. Вальдес использовал не такой сладкий. Но мы в начале поездки немного размышляли, что вода все-таки еще холодная. Но я хотел попробовать, так как в этом озере достаточно быстро вода прогревается, и рыбы становятся активными. Значит, пока еще они не активны. Надо больше выбирать реки, каналы рек, там, откуда из рек больше мигрирует рыба, и караси, и линь. Озера пока еще молчат, но все еще впереди. Сегодня, зрители, спасибо за ваше внимание. Встретимся через неделю в это же время. Пока, до свидания.